анекдотов. Наконец-то, наконец-то Мандельграммер опять же стал происходить, можно так выразиться, каждый понедельник. И вот сегодня тема, которую мне давно хотелось затронуть, это тема базового обучения, тема преподавания и тема тому, как учиться вообще играть на барабанах. Потому что очень многие ко мне обращаются и говорят: Игорь, вот мы поучились, поиграли какие-то там фразы, какие-то фишки, и потом тупик. Как это применять? Сегодня ребята нашего класса, нашего, потому что я себя не отделяю от тех людей, с которыми я делюсь своим опытом, в том числе, но не всегда положительно. Вот есть несколько тем, в которые входят, значит, Бартоли, я написал очень, очень много всего, и одного вечера не хватит. Бартоли, Дриоли, игра на установке с разными там правыми руками, деление, линейная игра, если кто знает, замены, разговоры о соло, спасибо, всякие упражнения, которые мы применяем, песни, которые мы применяем. Так, начнем с композиции, которая называется «Крылья». Это моя любимая композиция, потому что, во-первых, она посвящена близкому для меня человеку, который ушел 3 года назад, будет в ноябре. Это Рудик Шафиев, Ришат Шафи. Человек фантастически креативен, человек, который был с неуемной энергией и человек, который достоин того, чтобы о нем помнили и говорили, возможно, каждый день. Потому что столько для барабанщиков, вообще для, модное слово, драминг, да, для драминга, вот, для нашего отечественного не дал никто. Рудик, это, конечно, был наш брат, и я все свои мастер-классы, вот вчера тоже ездил в Тулу, и просто везу с собой видео, потому что для меня слово «память» — это не пустое место. Если мы будем нацией там Ивана, не помнящие родства, то во всем мы через там несколько лет просто выродимся. Поэтому мне кажется, мы должны помнить о людях, во-первых, которые живут рядом с нами, которые, может, не очень хорошо живут, которым нужно помогать, и тем более о людях, которые уже ушли, и частенько о них вспоминать, но мы можем вспомнить, музыканты могут вспоминать только музыкой и хорошими словами. Поэтому постепенно начнем. Сегодняшний вечер он будет без всякого официоза. Я думаю, это будет ток-шоу. Мы будем задавать друг другу вопросы. Если нет, я вас буду заставлять задавать. Это все равно, потому что будут играть ребята. Я постараюсь на сцену вообще не выходить. Можно задавать вопросы любому из участников сегодняшнего шоу, потому что моя задача научить человека тому, что когда к нему подойдут и спросят: Сережа, для чего ты это делаешь, как ты это делаешь, он должен ответить. То есть когда вы занимаетесь, когда вы что-то делаете, вы должны знать, для чего вы это делаете. То есть ваши знания должны быть хотя бы процентов на 60 прикладными. То есть, если вы занимаетесь фишками, значит, нужно сесть и часть из этих фишек уже превратить в брейки, в какие-то интересные филы и пробовать играть. Даже в самой простой музыке, даже в какой-то попсе, которая, возможно, там внутри вам не нравится, все равно нужно приходить. И вот такой творческий подход. Я думаю, начнем. И постепенно, я думаю, упражнение за упражнением мы сегодня посмотрим много интересных тем. Если кто-то захочет поучаствовать, только поднимите руку, пожалуйста. Мы в онлайне сделаем интересное шоу. Но еще один есть такой момент. Я хочу сказать о мужском начале в нашем деле. Ребята, парни, мужчины,
мальчики, будьте очень осторожны, потому что если вам кажется, что на дорогах появилось очень много женщин за рулем, то это правда, но это полправда. Очень много женщин и девушек стало появляться на барабанах. Это страшнее, потому что это грозит тем, что работа будет потеряна. Если вы играете на одном уровне, предпочтут девушку. И я вам специально сегодня это немножко продемонстрирую. Это будет полушутка. Ну вот наши три девушки сейчас занимают свои места. Вот, нет, вот оттуда. Ирина Козлова, Оля, еще фамилии не помню. Так вот, Гарик садится, вот Гарик у нас главный по вопросу. 25 числа следующий Monday Drummer, меня, к сожалению, не будет. Гарик, приходите, Гарик Стотланд, кто не знает, фантастический, фееричный барабанщик, приходите, он сегодня будет. Даша Иванушкина, 11 лет. Thank you.
мой взгляд, простой фактурой открыли наше выступление, потому что простые фактуры, как известно, даются с большим трудом и на самом деле платят деньги именно за то, насколько вы можете просто и качественно играть. Существует несколько моментов, чтобы развить чувство стиля. Для меня всегда, когда я слушаю любого барабанщика, для меня важна правая рука. Правая рука. У нас в классе есть такое понятие, как шесть правых рук. Потом, когда я стал листать Гарри Чейфи, у него там еще больше. Но мне понравилось то, что эта тема параллельная, и она в принципе правильная. То есть, потому что Чейфи является одним из корифеев и человеком, который уже преподает там больше 30 лет в Беркли. Так вот, первая рука, к примеру, попробуйте поиграть. Коль, садись. Николай Ложкин. Это один из старейших мандельграмов. Лёш, ты тоже. А мы сейчас покажем вот просто. Давайте возьмем с той стороны. Абсолютно. Коль, пока Лёша будет разбираться. Простой рисунок там. Просто четверти. И поиграем одну правую руку. Одну правую руку, номер один. То есть мы ее называем молотки. Смотрите, когда вы играете в роковой команде, и штрих у гитариста такой, то есть все вниз. И когда я смотрю, барабанщик играет с акцентом вниз-вверх, это не то, что неправильно, это две разных волны. Естественно, ни о каком груве речи быть не может. Поэтому эту руку нужно развивать. Во-первых, должна быть очень сильная кисть. Кисть, которая, вот представьте, что у вас молоток, можно позаниматься такими, дома даже сидите, смотрите телевизор, положите руку на коленку и пэд. Кстати, отличнейший пэд сегодня Женя Чужбинов принес. Если кто захочет, можно вот посмотреть. Вот это обалденное просто упражнение играть. И оно поможет, когда нужно будет играть одной кистью, потому что не рукой, а вот просто кистью. И на первый взгляд, опять же, кажется, что это очень просто, ничего подобного. Этим надо заниматься. Вторая рука это бросок, отскок, апдаун. Просто обыкновенный апдаун, что такое апдаун. Еще ничего военного нет. То есть вверх и вниз. То есть восьмые с акцентом, то есть должна слышаться четверть. И вторая, восьмая, просто слепая нота. Да? Потом следует следующая рука. Можно поиграть в ковбелл, это четверть, потом идет слабая восьмая, потом идут две шестнадцатые восьмая, там та-да-дам, та-да-дам, та-да-дам. И самое сложное, это просто четыре шестнадцатые с акцентом, то есть это вы работаете кистью и отскоком. Давай попробуем, просто сыграем один рисунок, ну так, помощнее только. Очень сложно удержать грув, когда меняется рука, поэтому, когда будете записываться, поставьте или камеру, или просто включите диктофон, там, телефон, все что угодно. Попишите себя и послушайте со стороны. Это раз. Второе, нужно эти руки правые поженить с правой ногой. Тоже не так-то легко. И для этого нужно просто сочинять упражнения для бочки и правой руки самим сочинять. И если есть такая возможность, и
играть с минусом. Например, вот я сейчас поставлю минусовку, в которой бочка будет полностью соответствовать басу. И Леша у нас сыграет... Какой рукой ты сыграешь? По четвертями сыграет? Да, просто четвертями третьей рукой. А потом то же самое Коля сыграет две шестнадцатые и восьмая в медленном темпе. К сожалению, буду ходить, немножко мешает. Эту же композицию ты играешь по-прежнему четверти, Коля, а ты поиграй восьмые в слабую долю, в хэт. И легче. Нет, в хэт. Большого барабана. Что такое большой барабан? Это основной сегмент ударной установки, на мой взгляд. Потому что, к примеру, правая рука хэт – это законодатель. Это законодатель, вы хэтом можете просто изменить стиль. А бочка, она должна оставаться статичной на протяжении всей композиции, не гулять. Существует очень много упражнений для занятий. Но если вы будете заниматься просто так правой рукой, вернее ногой, оторванной от музыкальной фразы, то не это будет чистой воды спорт. Чистой воды спорт, вы будете просто развивать мышцу. На самом деле, чтобы развить правильно ступню, правильное движение ногой, нужно играть больше музыки. Возьмите хотя бы великого барабанщика Боном, да, Эмигрант Сонг, поиграйте этот замечательный рисунок. You Fool No One, Ян Пейс из Берни группы. Из Берни, из концерта.
у нас тоже есть несколько примеров. Мы сейчас поиграем в двух разных стилях. Это будет упражнение для правой ноги. В другом стиле, абсолютно та же фактура, абсолютно то же количество тактов, только стилистически мы сейчас изменим немножко. Тоже очень полезное упражнение. Ориентироваться в ритм с ритм секции, то есть уметь играть с ритм секции. Но такой возможности поиграть в два барабанщика не будет нигде, только может в каком-то барабанном классе. И развиться именно ритмически намного быстрее можно будет, когда вы будете играть с другим барабанщиком. К примеру, если вы попросите своего товарища играть фил, вы с ним играете фил, а потом на этом же филе вы делаете брейки. Вы играете брейки, к примеру, три раза он играет, потом просите, в какой-то момент, там, за четвертым разом, он делает паузу. Все это играется с метрономом, все это записывается, и вы слушаете, насколько ровно вы играете брейк. Потому что нельзя брейки играть оторванным от грува. Здесь моя задача
когда ребята играют вдвоем, первое, это слушать друг друга, слушать товарища. И когда играют два барабанщика, нет такого. Кто-то прав, кто-то виноват. Все. То есть, если у нас ансамбль, будут судить, в хорошем смысле этого слова, по ансамблю, не по тому, кто как играет. Потому что и это очень важно, если есть такая возможность играть в паре с каким-то барабанщиком. Просто дает вот такой вот некий спарринг, он дает хорошие плоды. Может, вопросы какие-то? Или если кто-то захочет поучаствовать в сегодняшнем мероприятии? Вопрос, Валер. Валера Волошин, 2 числа, да, человек очень скромный, 2 числа тоже мастер-класс. Я приглашаю всех просто участвовать и развить темы. Следующая тема, я предлагаю затронуть тему кварталей, вот, навскидку. Скажи, сколько, я этот вопрос всем барабанщикам задаю, сколько аппликаторных возможностей существует у кварталей? То есть кварталь – это 4 звука. Сколько аппликаторных возможностей? Сколькими вариантами можно воспроизвести 4 звука? Вот сразу, навскидку. Ну, немного. Двойки. Сколько? Всего 9 штук. Всего 9 штук. То есть одиночные, потом вправо одна, влево 3. Но у нас была эта тема, мы ее тоже проводили, открытый урок. Очень интересно. И вот когда приходит заниматься ученик, и иногда начинают, конечно, с того, что говорят: Игорь, я хочу играть рудименты, парадидлы, я хочу играть госпел чопс, сразу окей, и нет проблем, всему этому можно научиться. Но первое, зачем, второе, как потому что если посмотреть, как играют черные, с какой скоростью, какие развитые мышцы, какие развитые кисти, то... Но для этого существует, к примеру, специальный курс, он абсолютно может быть пройден быстро, курс кварталей. То есть ты берешь 9 этих кварталей, потому что каждая кварталь, если вы возьмете одиночную, у вас руки работают в определенном режиме. Если вы возьмете кварталь, к примеру, по 4 удара каждый год, руки во втором режиме. Если вы возьмете парадидлы, которых 4 штуки, и каждый из них уже, то есть каждый из них заставляет работать руки в определенном режиме. Здесь есть какая фишка. Когда приходит человек, который никогда не играл на барабанах и достаточно взрослый, но он хочет уже играть. Он уже где-то играл в группе или играет. И ты начинаешь с ним заниматься одиночными или двойками, и человек, он не видит мотивации, он не знает, где это применить. Это пагубный путь, потому что для того, чтобы по-настоящему ставить руки, по-настоящему 5 лет музыкальная школа, 4 года музучилища, 5 консерватория, на это никто не пойдет. Просто здесь и сейчас люди хотят играть. Да, есть другие способы. Конечно же, нужно очень много заниматься, но есть комплексы определенные. К примеру, если мы идем в первый класс, у нас ведь не бывает такого, что каждый день и там, я не знаю, на протяжении года или двух мы учим только укварь. У нас 4 урока. Так вот, можно брать и делать так, чтобы ученику было интересно. Так, Рома. Сядь, пожалуйста, я просто буду говорить, ты покажешь. Да, я тебя вызову. Вас вызову. Рома Сапанкевич. Один из прогрессивных членов нашего
Класса. Сейчас мы просто посмотрим, как можно из квартолей найти какие-то, вернее, в этих квартолях найти зерна и сделать что-то интересное. Сейчас прямо на ходу. Советую, сразу занимайтесь ногами, это тоже входит в комплекс. Потому что ноги — это более стабильный сегмент. Например, возьмите в ногах, вы можете играть восьмые, в ногах восьмые, в руках играем шестнадцатые. Давай просто поиграем, ну одиночные — это понятно. Вообще модератор, раз, и два, и... А можно по... Вот в ногах. Теперь возьмем квартоль номер два, в правой один, в левой три, в один малый барабан с акцентом на... Да-да-да-да-да-да-да-да. Очень важное упражнение для левой руки. Три удара в левой руке. Старайтесь сразу применить упражнение под названием down. Бросок, отскок пальца. Теперь можно развить это немножко музыкально. Пусть правая рука, назначим ее как бы сольной, пусть она погуляет. Леша, а можешь сесть за вторую установку? Мы сейчас две установки покажем, как это можно поиграть. Рома у нас соло будет правой руки. Леша, соло левой руки. То есть, что такое соло? Значит, в этот момент, когда рука солирует, противоположная рука, два пиано. Рома начнет. Ковбел, ковбел, малый барабан, и потом ковбел, альт, альт, басок. Будешь играть в ковбел левую руку с ногами. И четыре. И. Для чего эти упражнения? Опять же, в спарринге слушать внимательно, во-первых, товарища, во-вторых, уметь играть квартоли в ансамбле, потому что одна из самых сложных фигур — это квартоль. Квартоль, просто сыграть квартоль ровно, это послушайте в современной музыке кто-нибудь ровно. Та-та-та-та-ту-ту-ту-ту-ту. Вроде такой пионерский, так называемый брэк. Кто-нибудь ровно его. Вот я хочу услышать группу, где играют такие барабаны. Наверное, есть. Но вот просто ровные одиночные квартоли. Сейчас можно поиграть. Поехали немножко быстрее. Послушаем, как звучат. Рома, Леша будет играть первый парадидол. Соло правой руки в ковбел. Покажи. Просто покажи. Правую руку можно погромче. Рома будет играть ковбел с томами, второй парадидол. Ковбел. Три, четыре. Слушается в латине именно второе, то есть первое обращение основного так называемого папа парадидла. Поиграй этого просто, поиграй с тумбой.
Бартоли играют. Конечно, если вы будете в один малый барабан или в пэт, даже чужбиновский пэт, все равно надоест. Нужно применять, нужно учиться это внедрять в команды. Дальше. Квартоли. Для того, чтобы точно играть квартоли, нужно ощущать вот первую, вторую, третью, четвертую. Первую, третью, четвертую ноту. Как это сделать? Вот кто скажет, как это сделать, чтобы каждую из нот, вот из четырех, что нужно для этого сделать? Чтобы... Да, совершенно верно. Тема называется «Акценты». На первую, на вторую, на третью, на четвертую. Мало того, обязательно нужно это развивать. Вот развивать как? Есть тоже система. Берем 16-16 по 4. 4-4-4-4. Вот сейчас возьмем один единственный пример. В первой четверке играем первый акцент, во второй четверке играем второй, в третьей четверке третий, в четвертой. Леш, покажи, пожалуйста. Малый просто. Да? Поиграем с минусом немножко. Я сделал минус. Он состоит из 6 упражнений. То есть это вариант номер один. Все упражнения начинаются с сильной доли. С первой 16. То есть первая, вторая, третья, четвертая. Первая, вторая, четвертая, третья. Первая, там, первая, третья. Ну, то есть меняются акценты, меняются местами. И очень интересно, вот тот же самый рисунок. Леш, сыграй, пожалуйста, то, что ты играл в малый барабан, как он звучит, если вот эти четыре акцента чередовать, например, бочка малый. Руку не меняй правую. Конечно, достойно там, похвалы, когда вы снимаете какого-то действительно фирменного барабанщика, который там фанк-музыку уже играет всю жизнь, и делаете то же самое. Но еще более, мне кажется, заслуживает похвалы, когда вы сами придумываете, когда вы сами себя делаете, вы не обезьяничаете, даже в хорошем смысле, а вы делаете сами, вы понимаете, откуда что растет. Понимаете, откуда берутся синкопы. И когда вы начинаете там, репетировать с новой для вас командой, у вас просто настолько все прозрачно, вы уже видите, как играет басист, как играет гитарист, и чем полезны еще эти упражнения под названием акценты. То,
другу, вы будете постоянно находиться в квартальном, вот в квартальной области. То есть можно это упражнение еще поиграть 16-ми по хэту и перебрасывать, потому что можно эти же упражнения начать тревогить. Вот для этого есть еще один вариант, то есть ну, просто контрольное. Алексей Постников. Это Курская, достаточно мощная барабанная школа. Вот уже есть у меня много знакомых, кто родом из этого прекрасного города. Мы сейчас попробуем сыграть 6 вариантов синкоп. То есть не синкоп, а мы местами берем и меняем. Ничего там военного нет, ничего сложного нет. Но послушайте, как здорово это звучит с фонограммы. Сразу быстрый вариант я поставлю. И опять же, поиграем в унисон. Унисон – это очень сложно попасть, потому что вот здесь как раз мы будем точить мастерство, попадать в слабые доли. Из которых мы делаем и мы ищем вот эти зерна.
которые... Сейчас мы дальше берем тему. Берем тему и делаем из нее соло. Обязательно доводите дело до конца, потому что когда меня спрашивают, как играть соло, я говорю, не должно быть шары. Извиняюсь за, конечно, за такие слова. Не должно быть шары. Должно быть все продумано. Конечно, на импровизацию имеют право люди все, но одни играют импровизацию, проиграв там, я не знаю, на сцене лет 100, он, естественно, он выходит и, ну, сегодня я изображу красный цвет. Он начинает играть, поливать, просто здорово. А иногда просто человек выпивает две кружки пива и говорит, пойду импровизирую. Выходит, там рвут пластик и ломают тарелки. Вот все импровизации. Ну, я сторонник просто классического подхода к слову соло. То есть мы берем тему и развиваем ее. Развиваем, потому что темы, они настолько широкие, они настолько огромные. Вот сейчас попробуем сыграть. Ребята сыграют соло тоже на тему акценты. И посмотрим, сначала будет тема акценты, потом поиграем немного парадидлы, потом сместим эти парадидлы и в конце поиграем тему, на которую мы медленно переместимся, это триоль. Триоль очень интересный. Слова. Ты знаешь, что когда барабанщик начинает играть, у меня всегда с любым звукорежиссером, я говорю, сделай случай в горах. То есть это холм должен быть висеть. Что очень просто такой прям концертный звук. Ребята очень серьезные. Вот на самом деле надо учиться еще просто делать просто лицо. Ну, поиграем все. Будем тренироваться. На самом деле, Алексей Семенович Козлов, когда я пришел в Арсенал, первый концерт, значит, заканчивается концерт, там Игорь Джурадзе там шел. Я выхожу к вам. Снова, значит, весь Арсенал сидит в зале, а со мной тренируются, с моей походкой, с этой веселой. Я выхожу кланяться. Я так и не научился кланяться. Все смеются надо мной, над тем, как я хожу, над тем, как я кланяюсь. Но артист, он должен быть красивым. То есть барабанщик, он должен быть эффектным. Если кто-то говорит, да, там палочками крутить, это понты. Не понты, если это дополняет твой багаж, если ты классно играешь, почему нет? Это сейчас здорово. Поэтому веселитесь. Ваш день сегодня. Поэтому. Роман Сапонтеев, Алексей Постников. Однажды на улице 905 года. Так называется следующее произведение. То есть соло. Thank you.
квартоле в конце соло, да, у нас был переход на тему триоли. Леш, поиграй, пожалуйста. Вот, Рома, ты просто в ковбел, просто доли сильно. И мы играем, да, в триольном движении, то есть не в триольном, а в движении по три. Но, возвращаясь к старой теме, мы знаем, как играть квартоли. Я советую, вот просто попробуйте взять все эти 9 квартолей и поиграть на триольные ноги. Очень здорово. Во-первых, когда вы играете треугольные вот такие всякие там блюзовые формы, это поможет не просто какие-то брейки уже избитые делать, а делать какие-то смещения. Покажи, Леш, как это звучит. Вот парадидл, простой парадидл, как звучит на триольных ногах. То есть получается триоль по 4 всего лишь. Все очень просто. Окей. Но просто так играть — это одно. Нужно обязательно играть кусок фила. Вы играете кусок фила. К примеру, 2 такта. Возьмем 12 восьмых, вы играете 2 такта. Фил, 2 такта, вы играете вот это смещение. Попробуем. Ну, с этими ногами ты можешь играть. Просто первая рука и вторая четвертая. Сложная грань, вот грань не перейти на мелодию 16-х, потому что ты когда начинаешь та-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 та, уже начинаешь считать на 2. Хорошо, спасибо. Пока свободно. Пока. И хотел бы поговорить о триолях, потому что триоль — это вообще царица. Вот недавно был мастер-класс совершенно фантастического барабанщика, который приехал недавно из... Перч, ты откуда приехал? Не, из Америки, я знаю, из Армении. Да, и тот человек занимался у Крис Колмана, с которым я очень хорошо знаком, который на Мейнелл играет. Можешь, пожалуйста, сюда выйти? Это фантастический человек, я познакомился с ним 2,5 минуты назад. И уговорил его поиграть сегодня немножко. Это как бонус. Это человек. Скажи, пожалуйста, вот у нас идет разговор о триолях. Можешь сесть за белые барабаны или за черные? Какие лучше? Вот просто сядешь и вот расскажи о триолях, как видят их американцы. Как ты учился? Вот как ты. Вот ты ведь можешь сказать: Крис, покажи мне фишки свои, и я буду крутым. Ты ведь подошел и сказал, как ты это делал, как ты занимался, какую музыку ты слушал. Вот твой микрофон. Вот твои барабаны. Вообще-то он играл и сказал: слышь и сними все это. Слышай и попробуй все это снять. Но все это дело медленно, потом быстро, потом снова медленно. И только с метрономом. Потому что без метронома можно кое-что как бы играть. Но самое главное, ты слышишь то, но играешь тоже версия, но руки неправильно. Да, вот, допустим, триоли играет бочка малый, right, left hand, допустим. А я играл, допустим, нога правая рука, левая рука. Там есть некоторые вещи, что ты должен знать это, как надо играть, чтобы вот так не получилось, да, во время игры. Чтобы была мелодия. И мелодия, да, самое главное мелодия. Но одну вещь скажу, я сказал, почему ты метроном включаешь клик, не клик, а 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, или 1, 2, 3, 4. Он сказал, чтобы ты чувствовал, где руки и когда, и на какую долю ты играешь. Если клик включить, ты никогда не узнаешь, где ты находишься. Потому что это для тебя пока сложно играть. И никогда он не ставил 4 четверти и сказал мне играть триоль.
поставим триоль. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4. И сказал играть триоль. Вот так было. Метроном самый главный, чтобы знать, как ты должен играть. Да? Спасибо. Скажи, ты мог бы поиграть сейчас соло, вот и используя, вернее, большую часть времени, используя триоль? Не, ну, ты не скромничай, потому что я просто заглянул тут на Live Music Pro. Кстати, вот живая трансляция, и это все из записи, и просто обалдел, когда увидел, ну, какой человек приехал в Москву. Сейчас мы, надеюсь, Перч Нагопетян. Давайте поприветствуем. Thank you.
знал, что разговоры о триолях вот этой оргии закончатся. Александр Федотов, Гарик Стотланд и Перш Нагопетян. Человек, который реально знает, как нужно играть этот Gospel Chops, так много обсуждаемый сейчас стиль. Поэтому человек вот приехал, Перш, ты сколько, месяц уже в Москве? Совсем недавно, еще по-русски плохо говорит. Он не притворяется, на самом деле, только приехал человек. Поэтому, если у кого-то есть вопросы, берите телефон, пока человек здесь есть, общайтесь. Потому что лучше, потому что 3 года человек занимался у Крис Колман. Давайте поаплодируем. Да. Гарик, где Гарик? Я хотел спросить, вы у Валерии вот такое можете себе позволить? Валерий. Ну и с Йоси, он ведь тоже барабанщик. Окей. Вернемся к нашим баранам. Я имею в виду к темам баранов. Триоль. Важнейшая фигура, самая устойчивая фигура. Это даже не 4-3. И поэтому, если хотите, к примеру, научиться играть правой ногой ровно 2 удара, левый один, правый два, та-ту-ту-та-ту-ту-та-ту-ту-та-ту-ту-та-ту. Потом это приедет там ту-ту-та-ту-ту-па, ту-ту-та-ту-ту-та. Просто нужно уметь точно изображать то, что у вас в голове. Поэтому если у вас правильно зафиксирована триоль, все будет в порядке. Сейчас мы покажем так называемая теория, я ее назвал пьяных кузнецов, потому что со стороны, давайте вот на девушках это испытаем. Ира, Камила, Оля. Будем играть абсолютно медленно. Я специально не хотел сегодня устраивать концертную ситуацию. Вы хотите показывать кто. А вот именно так, как у нас происходит на уроке. Естественно, занятия у нас, я стараюсь делать индивидуальные, но спарринг необходим. Спарринг-партнер необходим. То есть выбирайте себе человека по уровню примерно и приходите не раз в неделю, а он приходит на ваши занятия, а вы приходите на... Ну вот как на настоящем фестивале, начинаем крутить барабаны, это не так. Перекрашивать цвет не тот. Все нормально с цветом? Оль. Если кто помнит Олю, вот тоже курская школа, как она, извиняюсь за это слово, шарашила тогда на мандельдрамере 2 бочками. Я просто тогда был поражен. Я говорю, откуда эта девушка? Я говорю, ты с Курска, там Николай Иванович у нас. Такой есть Николай Иванович, замечательный педагог. Сейчас мы попробуем позаниматься триолем. То есть, опять же, возвращаемся к ногам. Назовем это синхроном. То есть мы пустим ноги, синхрон номер один. То есть бочка хэт. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз. Пока нет. Синхроном номер. В руке будет вторая, четвертая. Раз, два. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Раз, два, ноги только. 3, 4. Нет, нет, нет. Ноги подряд, без двойных ударов. Раз, два, три, раз, два, три. Подряд. Слушаем друг друга. Thank you.
то же самое, попробуем сложное, на самом деле сложное упражнение. Но когда вы входите в тройку и у вас триоль заполняется правильным грувом, это публика, она может быть не сведущая вообще в каких-то там высоких материях, но ее или это трогает, или не трогает. Так, я расскажу там уже между собой. И у него такое там. Дело. Так, сейчас мы попробуем то же самое поиграть с синхроном номер два. То, что я говорил о комплексных занятиях. Сразу вкладывайте в свое занятие над какой-то темой несколько позиций. К примеру, очень хорошая позиция. Мы развиваем физически правую ногу, мы развиваем ровность двух ударов. Давайте попробуем снять синхрон номер два. Раз, два, три. В левый один, в правый два, в ногах. Поехали. Вторая, четвертая. Очень сложный момент, это когда вторая слабая. Раз, два, три, раз, два, три. Очень сложно, особенно когда быстрый темп. Но вы учитесь точно ориентироваться в триоле. Давайте теперь попробуем то же самое уже со второй ногой. Второй ногой. Поиграем двойные руки. То есть в правой руке будет раз, два, три, раз, два, три. Включаем будильник, смотрим на жопу часы. Первое. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два. Очень есть интересная фишка. Грег Писанет ее завез как-то. Она была заимствована у Луис Белсона.
упражнение на полное заполнение, на ровность триоли. К примеру, в ноге у нас вторая и третья. В правой руке третья, первая, а в левой руке, соответственно, будет первая и вторая. Если мы перенесем правую руку на малый барабан, третью, то есть будем играть в малый барабан. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Вещи, которые уже более или менее сделаны, более или менее сделаны, поэтому занимайтесь триоли, потому что триоли — это основная фигура, 80% вообще всей мировой музыки это основано на триоли. Окей. Просто говорить о триоли можно, с утра до вечера, но лучше заниматься. Следующая тема. Мы начали говорить о триоле, да? Но триоль, к примеру, если взять 4 четверти, вот 16-16, то и поделить 3-3-3-3-4, то у нас получится, то есть 4 тройки и 1 четверка. То есть это не триоль, а это тройка. Но в принципе действуют все те же самые. Так. Если плюс к этому мы добавим линию, это и возвращаясь к комплексной занятию. Что такое линия? Кто знает, что такое линия? Линейная игра на барабанах. Это очень просто. Просто вот мне интересно. Когда что? Каждая конечность поочередно зайдет. Да, правильно. Это называется, раньше это называлось мелодическая координация, гармоническая. Марвин Далгрен и Эд Файн. Эти школы, я видел, они настолько сложные. Придешь кому-то на базу, она валяется в углу, потому что она очень сложная, очень сложная. Здесь вот линия, к примеру, по Гарри Чеффи, линия тройка, это будет у нас Леша Постников. Можешь вот прям присесть, чтобы я говорил, а ты сразу озвучивал. Мы сейчас конструируем такую интересную вещь. Поиграй просто тройку. Это не важно, это будет 3-16 или тройка. Просто тройку. Назовем его тройка А. Это правая рука хай-хэт, левая рука малый барабан. Очень важна мелодика вот в этих тройках, в триолях. Хэт, малый барабан, бочка. А. Солирует правая рука. Правая рука главная. То есть у нас будет громкий хэт. Громкий хэт и меццо-форте бочка. Поехали.
существует тройка Б. Это два удара в малый барабан, один из которых сильный, это правая рука, левая на пиано, левая всегда пиано. Это подробок, это глухие ноты и бочка. Поиграй просто. Или 6-16, а, то есть тройку А совместим с тройкой Б. То есть так, тук, так, тук. Окей, отлично, отлично. А, теперь нам остается только вспомнить математику школы, то есть 16, окей. 3, 3, 3, 3, это 12, останется четверка. Четверка А у нас будет, к примеру, ну давай ее сыграем, к примеру, ковбел, малый барабан и погорячейфи, четная линия, это двойной удар в бочке. Очень много, кстати, вот Gospel Chops тоже я наблюдал. Две шестерки и четверка. Леш, покажи медленно через малый барабан. Хэт. Шестерка, четверка. Ну, удар только в малый барабан, остальное все в хэт играется. Нет, удар в малый барабан первый. Мы говорили о двойке, поэтому я немного отклонился. Давай теперь соединим тройки и четверку. То есть три тройки, это вариант Б. То есть две тройки А, тройка Б, опять тройка А и четверка. Фантастический рисунок. Винни Колайота просто, это его любимый рисунок. В ансамбле и как это можно, как сюда можно применить слово прикладные знания, потому что вот это сейчас самое креативное, сейчас 21 век, используйте линию, используйте нечетные деления, потому что это очень важно, потому что мы и так мы живем в клетке, да, в огромной большой, я имею в виду весь мир, потому что сейчас нас закомплексовали, сейчас все, надо купить машину, квартиру, один квадрат, второй квадрат, жениться, развестись. Вот только этим живем. Мы забываем, что есть творчество. Просто надо остановиться, и работа никуда не убежит. Убежит, если вы будете заниматься. Не гоняться за работой, а будете заниматься. Будьте активными. Там вот это все просто притягивается. Мы сейчас, Леш, встань. Нет, лучше сиди. Рома. Георгий. Мы сейчас попробуем сделать...
произведение, лаунж, такой лаунж музыка, очень хорошая. Это время уже такое не детское. Сейчас мы попробуем даже гитару, Катя, возьмешь гитару. И сейчас вместе есть вот ряд. Берем формулу 3-3-3-3-4, и на этой формуле путем добавления своей музыкальности и какого-то там небольшого даже интеллекта, здесь не требуется, просто изобретательности. Леш, покажи, чем ты будешь пользоваться. Вот, к примеру, любимый брейк Фил Коллинза, конечно, барабаны с гейтом, барабаны обработаны, вот просто сыграй вот этот его рисунок, Фил Коллинза. Та-та-ту-ту. Да. Такое. Теперь вот цепь, это через ковбел и малый барабан. То же самое, но появился ковбел, он громче. Он внес свою вот такую перчинку, свои вот эти... свои синкопы. Мелодия сразу поменялась. Мы играем одно и то же. Мы играем тройки и играем одну четверку. Сейчас на два пиано. Он-то почему грустный такой? На два пиано. Потом будете на форте играть. Это. На два пиано поиграем, и для того, чтобы не заглушить гитару. Очень важно смотреть, слушать, с кем вы играете. Потому что можно очень здорово играть на барабанах, но человек с акустической гитарой. Не, а пофиг, я играю с тупой. А что? А я правильно, я все играю. Давайте по нотам посмотрим. Давайте включим и...
вот то же самое, немножко в другом темпе. Рик, где Рик? Здесь. Рик, выходи, хватит сидеть. Рик, палочки. Завтра, кстати, Рик будет выступать в Кремле с ингушской группой ЛКР. Если кому-то посчастливится это увидеть. Знаете, это Рик. Рик из Кении. Из Кении обладает совершенно чумовым грувом, с которым я борюсь, не могу побороться. Потому что все триольное. Все настолько... Я говорю, 16. Да, конечно, 16. Но грув фантастический у человека. Так, сейчас это будет форте. Сейчас это будет форте, и это будет другой темп. Рик, твоя задача 4 четверти. Первая, вторая малый барабан, бочки, третья нет, третья малый барабан. Тум-па-па. Все, поиграй. Ему уже нравится, вот посмотри. Ему уже нравится, вот он сидит. Удивительно сбалансированного человека от природы. Руки. Я учился всю жизнь с тем, чтобы у меня левая рука делала тревогу. Он пришел вообще трамбонист сам, профессионально. Хватит зависть уже. Это природа, природа, ее как бы не будет. Ром. Сейчас мы сыграем громко. Громко то же самое и с напором. We'll be right back.
были ребята из нашего класса. Рик, все хорошо. Вчера Рик помогал мне провести мастер-класс в Туле, ездили. Он сам тульский пряничек. Когда мы ездили. Ломовой человек просто. Я нужен будет в группу грувовый барабанчик, грувовый. Рик. Так, у нас осталось не так много времени. Я думаю, что как бы всю основную вот эту черную работу, когда нужно задницы часы, нужно пахать, нужно какие-то темы, потому что если брать любую из барабанных тем, то я говорю, нескольких месяцев мастер-классов ежедневных 24 часа не хватит. Потому что если мы говорим о триолях, квартолях, потом, к примеру, двойки, как играть квинтоли двойками, секстоли, септоли. Когда Саймон Филлипс приезжал, он все это показывал, рассказывал. Я думаю, сейчас можно 3-4 песни послушать нашей группы «Смотри». Опять же, эта группа родилась в нашем классе. То есть это прекрасная вокалистка Ира Козлова и ансамбль ударных. Моя такая мечта сделать ансамбль, чтобы была вокалистка и ансамбль. Для этого все делается. Попробуем поиграть сейчас 2-3-4 песни. Начнем с композиции, которая называется «Памир». Потом позовем опять девушек на сцену. Поиграли одни девушки. Это очень здорово смотрится. И девушки, как ни странно, очень хорошо стали играть. С обидой в голосе произнесу.
Просто такой проект, мы все играем все эти песни. Я стараюсь на чем пробовать? Ну, вот есть наш серый проект, и я его пускаю под то, чтобы люди могли поиграть. Оля. Композитор. Как знаешь, нельзя, я сейчас был в Ингушетии, нельзя говорить, когда ты выпил, идешь алая в баре, алаха в баре, алая в баре. Нельзя говорить, да. Так. Играем, вы вступаете ровно со второго куплета. Второй куплет, да. Песня называется «Смотри». Это тоже такой у нас классный момент.
Так, ну что, осталась еще одна композиция, и мы попрощаемся, время уже, да. Сейчас будет смертельный номер. Кто-нибудь пробовал играть и петь когда-нибудь? Девушки пытаются закрутить хэд, смотрим все. Нет, есть профессиональный человек из Курска, жалко. Отстаю я на заправке, я рассказываю постоянно. И вдруг очередь, а всего одна колонка, 95, и очередь увеличивается, удлиняется. Что такое? Девушки, ну кто-то купил, может, самокат-то купил машину, там, Peugeot 308. И она не знала, как лючок открывается бензобака. Просто она всю мощну, она перетыкала все кнопки. Ну, пока там какой-то бедно-богатый таджик не подошел, говорит, вот эти сестренка вот здесь. Ребята, не будьте блондинами в барабанах. Учите базу. А, потому что сейчас такое время, все фишечное, все матрешечное. Если русская культура, так какая-нибудь Надежда Бабкина. Тут мне недавно сказал, что вообще не Бабкина. Это такая ближневосточная. Да, все вот такое, все не знаю, все матрешечное. Все? Скажи два слова. Раз, два, три. Thank you.
предлагаю, ну так, так, Оля, все сюда. Вот кто сегодня участвовал, это самое, самое прекрасное время, самый прекрасный момент, когда играющий концерт, потому что когда закончится, давайте уже выйти на поклон. Ребят, этому, кстати, тоже нужно учиться, учиться быть артистом. Камила, Георгий. Наш класс называется The Underground Dog, потому что у нас есть символ, старая-старая прекраснейшая собака, которая живет в нашем подвале на 905 года. Приглашаем всех в гости. Рик, Леша, все прекрасные, прекрасные люди с прекрасным будущим. Это не просто люди, которые приходят, знаете, как бывает, так? Один идет с папкой, ученик заходит, другой не точно так же на встречу выходит, не знает, кого как зовут. У нас своего рода биржа, мы даже иногда дни рождения празднуем вместе. Иногда. Леша, Гусаков, Рик, просто Рик, Рома, душа компании, Камила, недавно присоединившаяся, Оля, старая вообще, знакомая. Наконец приехала в Москву, в хорошем смысле бросила курс, потому что, к сожалению, творчеством заниматься можно только в Москве. К сожалению, так устроили нашу страну. Даша Иванушкина, будущий ребенок. То есть это наша модель. Даша, покажи руку. И наносит сокрушительный удар. Мы пораньше говорили, спасибо Дашиному родителям, я говорю постоянно, и Ире. Особенно Виталику, который прессует этого ребенка, но из ребенка уже получился человечек. Ира Козлова, которая с утра и до вечера со мной рядом, и человек, который пробивает очень многие темы. Ребята, причем ее боятся все боятся, потому что гоняет по нотам. По нотам неохота, Рик, по нотам играть неохота. Выучил. Очень скромный Леша Постников, тоже курсная школа. Причем Леша, недавно сидели с ним, обсуждали, столько креативных мыслей просто вносит. Мы постепенно это будем, то соло, к примеру, которое играли ребята, все будет записано на ноты. А если кому-то нужна будет наша помощь, кому-то какие-то минуса, ноты, вообще советы, приходите просто в гости, у нас всегда есть чай, кофе. Георгий, Катя. Георгий и Катя, кстати, недавно стали лауреатами международного конкурса. То есть Георгий, все знания, которые получает у нас в классе, особенно по делениям, сейчас занимается перкуссией на начальном этапе это все, но уже получает раз люди звания, это дум медаль. Да, здорово. И слава богу, что людям это нравится, людям нравится, что вы пропагандируете барабаны хоть как-то, потому что, когда говоришь, ты кто, барабанщик, не, ну понятно, а профессия-то какая? А когда человек приходит на концерт, говорит, да, блин, это не так, что в самолетах летать на гастролях и кирять, а это ведь надо заниматься, говорит, как у тебя, говорит, сил хватает, вот как и барабанщик. Поэтому приходите в гости, всегда ждем. Поделимся опытом, потому что можно много о чем говорить. Сегодня хотелось затронуть и внутренности все, из чего что состоит, как заниматься. Но если начать про руки, про эти там Мюллер, это так долго, это настолько специально. Все эти двойки, тройки, просто этим надо заниматься. И если вы хотите стать барабанщиком, надо, вот написано там, озеро, хочешь стать барабанщиком, прыгай в меня. И ты должен просто туда окунуться, вот просто не оглядываясь. Вот, мои ребята, наши ребята именно такие. Спасибо вам огромное. Хочу всем наконец-то на всех посмотреть всем в глаза. И... Оля, скомандуй поклон. Детский сад. Давайте. Оля скомандует поклон. Нет, Даша скомандует поклон. На раз, два, три. Так, руки ставятся вот так, знаете, все на плечи, да. Не. Да, вот так. На раз, два, три. Все так.
начинает позже, позже, после бара уже, после бузуки, сертаки. Раз, два. Класс The Underground Dog. Приходите к нам в гости. Улица 905 года, Красная Пресня, Малая Грузинская, Малый Столярный переулок. Малый Столярный переулок, по нему просто упираете в шлагбаум, говорите, куда? Джаван. И все. В подвале В подвале, не брать, сейчас подвал. Следующий великолепный мастер-класс будет 25 числа. Гарик Стотон, фантастический человек, мой близкий друг и любимейший барабанщик. Просто, если бы не он, на полном серьезе, то есть концерты Валерии, они в принципе нормальные, очень профессиональные и интересные. Но без Гарика это было бы скукотища. 2 числа я буду уже здесь. Валера, это новый человек. Человек с родины самого Ефима, Сереги Ефимова. Земля крутая. 9 числа Петя Ившин. Потом, ну дальше будем говорить, хочу. Осетрова Сережу, если кто помнит. Обалденный барабанщик. Моя задача и наша задача — вытаскивать людей, которые незаслуженно замыливаются. То есть люди, играющие, хотят играть, как выйти. Приходите, играйте. Будем грув-дейв, таких как раньше, не будет. Мы будем формировать маленькие фестивальчики. Просто хочешь играть — принеси просто демо. Просто, чтобы не то, что я увидел. Потому что очень много беспредельщиков, которые ходят, ну, значит, попить пиво и поиграть на барабанах. Такого не будет. Будем делать фестивали, будем делать... Приглашаю всех, кто занимается в той или иной мере педагогикой, приходить сюда, делиться своим опытом. Потому что открываешь интернет, преподаю барабаны, что преподаю. Потом смотришь его, он показывает в медленном темпе, там, Gospel Chops. Ну, я только что это смотрел у Эрик Мура, там, еще. Но лучше вот приходить сюда, пожалуйста, это сцена для всех профессиональных людей и стремящихся открыто. Приходите, будем рады. Спасибо всем большое. До следующего понедельника.